Ее порывы вновь никто не смог увидеть. Она таила их так трепетно в груди. Все лишь рвались словами обезличить, не понимая, что она пуста внутри. Душа ее потрепана безвожно, боль вырывалась, приглушая пульс. Она хранила свою веру осторожно, и ни один не смог увидеть ее грусть. Ждала, терпела, мучилась, врала, что в жизни ее места нет тревоги. И лишь ночами тихо помощи звала. Вот только вновь никто не смог услышать ее боль.